перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Вопросы по поводу всего. Всем добрый день. Это прямое включение. Салют. Фаст. А. Фаст. Баба Хапа. Салют. Ты что, по Польше катишь? Нет, по Беларуси. А-а-а, родная Беларусь. Да, ты как? Как твои дела? Да потихонечку, потихонечку. Так, что-то вон концик у нас питерский отменили. Там что-то организаторы, не организаторы. Перенесли, вернее. О, связь. А, все, вижу. Нормал. Ты помолодел как-то, нет? Спасибо. Что, ты дома сидишь? Дома, ну. Я понял. Че, Тоха, битлишка-то можно от тебя с какого-нибудь подождать-то? Думаю, да. Надо сейчас вернуться мне в Варшаву на студию, доделать биты, которые уже запланировали. Там что-нибудь посмотрю, обязательно закину что-нибудь крутое. Круто. В Варшаву на студию, как звучит это все? Да. Как вам Прага, Саня? Вообще понравилось, да? Ну да, да, дешевненько. Ну, в Европу все равно, там по-другому. Ну и что-то и то говорят про Прагу, это не Европа. Вот Германия и Европа. Да ладно, там все Европа. В следующий раз, когда будете, ну, да, надо вас в Варшаву тоже перевезти. Потусим вместе. Обязательно. Базара нет. Но, так что ты вас... домой приехал, да? Да, приехал, пока здесь надо сделать. Побыть немножко, и потом поеду назад в Варшаву. Набираюсь вдохновения. Базара нет. Красава, Тох. Я смотрю там, слежу за тобой. Жду от вас тоже, чем-нибудь интересно. А в марте в Тель-Авиве буду, в Израиле концерт. Серьезно? Да, пока только один. Ну ничего, альбом уже на стадии такого добивания, поэтому скоро вы послушаете, думаю, все, что надо. Круто. Сейчас этот звучок свеженький, жирненький. Да, постарались там. Битмайп. Ну, много музла моего там нет, там снова полоска паренек пишет музыку. Вот, поэтому будет очень круто. Интересно, Тоха, послушать. Uh-huh. Вот. Сейчас в Москве был на выходных и виделся с Пластиком. Ага. Вот тоже выходные провели вместе. Да, Санек там музицирует постоянно. Да, ну вообще тоже, да. Не забрасывает это дело. Да. Это тоже вдохновляет. Угу. Согласен. Ну что, а там глядишь и после альбома до Челябинска доеду. Или и вы до Минска тоже, я думаю. Правильно? Да, я думаю, лучше мы к вам. Ну да, лучше так. Или Варшава, Минск, так что и там вас ждут. Круто. Да, доберемся по-любому. Все, пойдем мыть машину. Рад был видеть тебя. Все, взаимно, Тоха, давай продуктивного дня, тебе хорошего настроения, чтобы никто не портил тебе. Да. Всем, кто ждет нового материала, скоро все будет у нас.
all the street means Варшава. The open order forever. Yeah. Так, новый прямой эфир, я уже немножко расстегнут и без шапки. Немножко посвежее будет. Так, сообщу еще раз для тех, для жителей Тель-Авива, что в марте, 17 марта, будет концерт у вас в городе. Поэтому в прошлый раз было очень круто. Я думаю, что на этот раз будет не хуже, а только лучше. Будут новые треки с нового альбома, который выйдет уже весной, думаю, 100%. Всем привет. В Оренбурге еще не был. Пишите, кто из Оренбурга. Я думаю, обязательно приеду. Баскетфильм, салют. Как там студия? Убираешься чуть-чуть? Сейчас бит кину. Какой бит? А, да, обязательно залей. Очень нужно. Псков тоже приедем обязательно. Тут автобус ходит недалеко. Псков классный город. В Минске, думаю, будет вторая презентация. Первая презентация альбома будет в Варшаве, а вторая будет в Минске. Салют. Да, конечно, будет. Сейчас в этом году ничего особо не выпускал. Почти. За 2017 год, какой вам больше всего понравился? Релиз, сингл, клип. В 2017 году у меня выходило пару синглов. Это Дабракадабра трек зимний. Зимой был выпущен и клип на него. Потом, что еще? Моя весна трек. Немножко другого, в другом стиле. Да, Пабло тоже был. Пабло сначала должен был быть на альбоме, но я решил его чуть-чуть сразу сделать. Альбом мне еще пишу, пока не хочу никакой даты говорить и все такое. Также я думаю, что в течение недель-двух порадую вас новым клипом с нового альбома. Надо, я думаю, надо его закинуть уже, чтобы вас немножко подбодрить. Перед. Да, еще выходил клип в 17 году с Изрил, с Эллом из группы Изрил. Я думаю, что сейчас мой приезд в марте в Израиль тоже что-нибудь сделаем новое обязательно. Может, ну, трек, я думаю, точно сделаем. Может быть, там что-нибудь снимем. Поэтому ждите новых треков. Да, в Тель-Авиве будет 17 числа. Еще раз повторяю. Скоро будет вся информация. Клуб, там, время и все дела. Варшава когда? Варшава тоже пока не ясно. В Польше все отлично. Все в порядке. Отметили Новый год. Вот. Да, насчет фитов тоже будут фиты на альбоме интересные, но пока не буду говорить с кем. Я думаю, будут неожиданные фиты, точно вам понравится, но каждый трек будет очень хорошим для меня на альбоме. Не будет проходных треков, поэтому их будет не сильно много на альбоме, не ожидайте от меня двадцатку. Калининград, привет тоже. Сегодня четверг, мы находимся в Минске. Сегодня хорошая погода, солнечная.
Как у вас настроение? Где вы? Чем вы вообще занимаетесь, ребята? Как вам доспехи Бога релиз? По-моему, там огненные треки есть вообще. Да, все отдыхают. Хорошего вам отдыха. Как пела когда-то в старой песне, четверг почти выходной. Так что можете смело отдыхать. Но главное, не пропустите, завтра пятница, тоже надо идти на работу. Мне говорят, что у меня голос дрожит. Или я так всегда разговариваю? Это у меня фильтр на голосе стоит, фаб-фильтр. Ничего не грустно, я веселый. Чего думать, что я грустный? Вообще веселый. Веселый парень по жизни, на самом деле. У меня просто творчество немножко грустное, а так я веселый парень. Редко бываю злой, так что... Расслабьтесь. Находимся мы сейчас на каменной горке. Да на какие вижу, на такие отвечаю. Я на все, что отвечать тут. Если отвечать на все, будет тупо как-то слушаться все это. Да, в Украину тоже обязательно приеду. В Гродно, в Иркутск. Привет. Да, в этом году 10 лет сложно. Я думаю, мы что-нибудь сейчас сделаем. Делается трек пока с ним. Может быть, будет на альбоме, а может быть, просто закинем... Закинем до альбома сингл в интернет. Вам тоже понравится. Один лайв уже оттуда в нете висит у меня. Можете зайти на мою группу, послушать куплет. В Уфе, думаю, тоже будет. Я думаю, будет, возможно, будет тур с альбомом по России. Поэтому буду рад всех видеть на концертах. Обязательно приходите. Будет ничуть не хуже, чем раньше. Поэтому готовлю новый материал. Жду вас всех, друзья. Скажи, что за тачка? Тачка вот. Вот он план. Stress again. Erase it. Chaser. Oh, do the best track with tech. Всем мир. Ну, куплет я бы зачитал вам, но музыки могу под техно почитать ходить. Как будем быть, можем купить будем? Нет. Я стою будет, хорошо. Чем хочется? Еще есть разные техники, да? Окей.
я не отвечаю на вопросы. Так, давайте задай мне вопрос ты. Если я не отвечаю. Фитцел, Джейм. Нет, не будет. Когда Варшаву? Через неделю две. Окей. Давайте, отвечаю на вопросы ваши. Спасибо, Уралу, салют. Привет. Следишь за творчеством других исполнителей? Если да, то какие последние альбомы или треки слушал? Меза мне нравится. Альбом хороший у него вышел. Инфа про альбом была уже, я, наверное, пропустил. Но альбом еще не знаю, когда точно даты нет. Во Вроцлав, если получится, то обязательно приеду. В Питере еще непонятно, когда будет что. Но точно будет в этом году. В Барселону тоже салют. В Барселоне очень круто, очень понравилось. И в Бресте буду. С Рэмдиги будет трек. Думаю, скоро. Уже в процессе. Казань. В Казани не было, очень хочется съездить. В Архангельске, думаю, тоже буду. И в Мурманске также. В Вильнюсе тоже. В Пинске был один раз. Было весело. Очень. Здравствуйте, Нига Никифоров. Фит с Гуфом. Если будет, сделаем обязательно. Пока, я думаю, у всех и так дел по горло. Фит с Кизару когда? Я сообщу. Красноярск в этом году? Да, думаю, в этом году. Нужно связаться с людьми, и мы там сделаем. В Омске никогда не был, но тоже, думаю, поедем. Трек с Дигой будет очень лирический. Я думаю, вам понравится. Какой фильм? Недавно посмотрел. Забыл название. Ходил в кино и забыл название фильма. Забыл название фильма. Так. Приезжаю, молодечно. Приеду. Да, на СО-74, думаю, надо что сделать. Закрепить. Сколько тебе лет? 28 будет в мае. Челябинск. Да, вот Челябинск давно не было. Очень хочется съездить. С Эндшпилем, Мияги, будут треки. Пока нет связи с парнями. Привет, Читы. В Кирове. В Кирове не был. Не знаю, как будет. Максу привет. Окей, передам. В Киев салют. С бутыркой, когда фит. Вот это лучший комментарий. Вы получаете 300 рублей. В Пинске пиво пил. Как слезть с крокодила? Чувак, не знаю. Съесть с крокодила и сесть на шимпанзе. Можно только если. Увы, переименование логотипа и стиля. Да классно все. Мне нравится, когда люди делают разную музыку. Лучший трек, который ты считаешь в своем исполнении? Не знаю. Просторы с альбома сложных. Самый душевный трек. Как Словецкий тебе? Отлично. Интересно читает. Мне нравится. Здравствуйте. Здравствуйте. Красава, будешь в Польше отдашь. Добро. 300 рублей. Русских. Юзом будет что-нибудь. Пока ничего не делали, но я думаю, что можно сделать что-то. У меня есть интерес. Фьюз вообще один из самых крутых в русском рэпе. В Литве тоже буду. Обязательно. Скоро вы услышите о новом битмейкере, который почти полностью спродюсирует мой альбом. Я думаю, вы зацените, какие там будут биты. Распад группы Гамора. Не знаю, ничего не скажу. Когда свадьба? Не знаю. Мура, извини за флуд. В Минске будет концерт? Будет, конечно. Уже говорил. Ну вот, видите, вопрос уже начинает повторяться. Все идет по кругу. Изгиб гитары желтый. Мы обнимаем нежно. В Тверь бы. Да, это Monkey Radio, если кто знает такого. Скоро приедет в Минск, будем с ним дорабатывать все остальные дела.
сейчас в наушниках слушаю много чего такого отвлеченного, не рэперского. А если себя слушаю, то слушаю биты, чтобы писать что-то. Поэтому тоже много чего нового своего в плеере. Под дабстеп не собираюсь читать. Это уже слишком, ребята. Завязывайте с этим. Потом вы пожалеете, чтобы это читали. Макси Крэнк на связи. Отличный битмейкер. Украина, салют. Ген печали, да, согласен. Сэмпл мировой. Во Вроцлаве еще не был. Съезжу обязательно посмотрю, что там за локации. Как на мясорубку отправить? Делай погромче, у меня не биток это засунуть. Новый бит написал, послушайте, кстати. Примерно в таком стиле будет альбом новый. Поэтому мне он дался легко, что мне нужно было написать там 3 слова, 4. Так, видел. Окей. Музыка бодрая. Ну, не сказал бы, что она бодрая. А, в машине, ну да, бодрая. Да, сейчас в Минске. Поэтому всем хорошего четверга, рад был с вами пообщаться, буду еще чаще выходить в прямые эфиры и сообщать вам новости по поводу альбома. Так что ждите клип, скоро будет видео, думаю, вам понравится. Всем салют и привет большой от меня. Эй!